пушки, что ли? Есть. Фриком.
Сел? Да. Сейчас прибегу. Да вообще полку целый. Ну отлично, он наверняка там еще и пулемет есть. А чего пацанам голову-то непонятно? Чего форма у них другая вообще? Ну что, поехали куда-нибудь? Ну, прикольно, может переключаться так. Может не так. Все классно. Можно с кабины прям рулить. Ой, блядь. Не улетай. Че? Не уезжай, меня кикнуло. По идее, мы же бессмертные. Теперь. Ну да, получается. Я же не делал ничем. Чтобы не топить бутылку. А что, у пацанов было что-то, нет? Я их не лутал. Ну там они, похоже, это эти... Только появились. Блядь. Ты подумал, что БТР не был, короче. Или ты не раздавил? Ты сдох? Живой, но мне крови вообще, наверное, нет у меня. Сейчас перевяжу. Перевязываюсь уже. Давай. Мне даже кровь не мигает. Черно-белый экран вообще. Я вот перевязал. Сейчас ноги сломаны. А крови нет у тебя? Нету, скорее всего. Может, пацанов там было просто ездить? Или надо сейчас съездить на остров, за кровью пойду? Ну, я сейчас могу сходить, посмотреть. Так, я выполз, посмотрю. Мне кажется, что есть такие. Тогда почему один убил другого? Я. Трупа тоже нету. Мухи есть, трупа нету. А ты пытался выстрелить из пушки, да? Да. Или из... Стрелка. Садись, поехали. Консерву съел парочку, чтобы не это. Давай-то на остров, в больничку, погнали. Вот еще две кон... Не, одни. В лавке одна консерва. Как взять? А вот... Слева что-то не было. Это... А, это же вертолет, да? Угу. Я бы целил. О! Слышишь, сюда? Да-да-да. Я бы целил. Упал. Прям внутри у него. Это вы, походу, стреляли или кого-то? Похоже, они друг друга убили. Может, друг друга. Ладно, погнали, да, ничего. Ну, вообще же БТР хочет, да, не делать. Он даже скорость, ну, практически теряет. Там 10 километров. Вот сейчас еду 60, 48, ну, 20 единиц теряет. Ну, я скорость теряю. А я не могу посмотреть свое снижение. Через М, ну через карту смотри. И там войска и себя выбирай. И там снаряжение, то есть нажимай. Вот только сейчас я кое-что хочу сделать. А сажать могу машину. Справочник.
А у нас нету крипты, да? Что ты там? Я хочу спрыгнуть на БТРке. Да. Еще увидишь. Смотри от третьего лица. Да. А можно так, а куда нам вообще ехать-то? Ну, на остров. Ой, там заяц был. А, слушай, вообще ну он тут вообще-то через елки перелетает. Да-да-да, я поставил туда. Спрайт.